Я пью Йович. Йович. Мила Йович. Обитель зла 2. Апокалипсис. Год 2004. Это же взгляд в прошлое. В прошлое. Ведь в преддверии Resident Evil 3 видеоигры я продолжаю смотреть эту прекрасную кинофраншизу Resident Evil. Обожаю фильмы про зомби, про вирусы. Чё, пацаны, коронавирус? Он всем порядком поднадоел, я знаю. Но он шагает по нашей планете довольно-таки успешно. Ну, кое-где-то. Так вот, в преддверии игровой франшизы нас ждут великие, великие дела. Продолжение кинофраншизы. И это мы обязательно, обязательно посмотрим. Но пока. Год 2004. Германия, Франция, Великобритания, Канада, США. Она прошла через катакомбы, кишащие зомби. Иха! Теперь на ее пути целый город. Режиссер Александр Уэйт. Ну а сценарий писал по ночам. Наверное, после секса с Йович, ее муж. Пол Андерсон, ведь вдохновение приходит всегда после ну ладно. Бюджет был только в 45 миллионов долларей. Маркетинг был на 25 миллионов. Неплохо потратились. О, эти ребятки знают толк в фильмах. Сборы в мире составили 129, почти 130 миллионов. Если бы миллионов, сборы в России были 2 миллиона бакинских, этих зелененьких бумажечек. Зрителей только в Америке посмотрело 8 миллионов. Премьера же в России состоялась 11 ноября 2004 года. Ну а релиз на DVD был 6 августа 2009 года. От Парадис. Парадис. Мила Йович. Сиэн Глори. Одет Фэр. Томас Кречман. Софью Оваса. Кстати, Сиэнке я должен отдать должность. Она очень, очень горяча. И сочна. Улица Ракун-Сити. Города. Города, контролируемого могущественным корпорацией Umbrella. После бактериологической катастрофы жители медленно превращаются в зомби. А тем немногочисленные граждане, чей разум еще не до конца изъеден ужасным вирусом, доживают последние дни в атмосфере страха и желания скорейшей смерти. Фильм бесподобный, просто вся серия. Ну, конечно, он со временем, конечно же, скатится, ребят. Ну, даже есть такие ребятки, которые поставили 10 баллов. Ну, ребят. Ну, у меня не 10, у меня где-то 9 баллов. Достойная работа, достойная. Это можно смотреть, это можно пересматривать. Тем более серию. И переигрывать. Ждем, ждем. Теперь только апреля и долгожданного Resident Evil 3. Хочется кричать, визжать и смотреть, конечно же, смотреть, пересматривать эти великолепные фильмы. Друзья, ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал и помогайте любой денежкой на развитие канала. Все в описании внизу. Смотрите только лучше и адиос.